Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы продолжаем троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам, именно вам мы снимаем эту серию. Поэтому, ребята, ставьте большущий палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите харе стрелять, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков прямо сейчас наберем, тем больше серий будет выходить. Все, Жека, иди в задницу, пошел. Да, конечно, собственно, пока. Все, хватит задницу. Давай, попади, а, косожопая. А, не попади, не, ага, все, пошел отсюда. Ну, в принципе, ребята, вот мой троллинг на сегодняшнюю серию. Я его уже построил, поэтому, ребята, сейчас вам быстренько покажу, что будет происходить с Жекой в этой серии. И перед этим, ребята, еще раз ставьте большущий палец вверх на вот этот видос, если хотите больше троллинга. Да, и знаете что, ребята, мне в предыдущей серии очень понравилось, как Жека бомбил, потому что я ему построил вот такие прям офигеть какие сложные испытания. И в этой серии будет что-то тому подобное, да. Жека будет очень париться, когда будет проходить паркур, потому что он тут не сможет ни перепрыгнуть, у него тут будут невидимые блоки, он не сможет ни туда попасть, ни сюда попасть. Короче, Жека, если честно, ну тут очень сильно намучается, я, конечно, вот тут забыл поставить, но Жеке тут жопа. Он будет падать, он будет опять тпхаться обратно сюда на старт, и будет полчаса проходить вот это. Я вам не буду ничего пока говорить, что тут будет. Жека сам догадается, вы сами увидите, чтобы вам не спойлерить, и тем более, чтобы вы также оказались в такой ситуации, как и Жека, чтоб подумали, офигеть, как же он это пройдет. Поэтому, ребята, тут будет очень сложный тролль для Жеки, но после этого он попадет вот в эту комнатку, где ему нужно будет подняться вот туда, наверх, с помощью вот этих вентиляторов, потому что это, если честно, будет очень даже сложно. Надеюсь, что Жека допрет, как же попадать сюда наверх, и все же посмотрим, как он сможет выбраться отсюда. Но после того, тут у него будет финальное испытание. Финальное испытание, которое я построил. Но не финальное испытание для Жеки, потому что я ему навру. Он заберется наверх, и тут будет вот это самое банальное испытание. Ему нужно будет пройти вот по такой змейке. Я ему даже специально вот тут подсказочку сделал. Вот правильный путь. Но там за этой дверью ничего не будет. Вот это, именно вот это финальное испытание. Когда он будет доходить туда до конца, там даже вот на вот этой полосе, где типа как бы мирные плиты, ну в смысле мирные, которые его не тпхают, эти плиты тпхнут его на самое-самое начало. Я скажу, Жека, твою мать, как ты умудрился нажать именно на вот ту одну плиту, которая тпшит и рестартит тебе все вот эти задания? Поэтому, Жека, давай проходи заново. И Жека 100% выбесится, потому что заново он это все точно не будет проходить. Я его немного потроллю, скажу, Жека, давай, проходи. И после того, как Жека опять начнет тут проходить, я ему скажу, Жека, это было так задумано, это все же троллинг, тут не было финала. Вот сам финал, то, что я тебя затроллил. Ну, короче, ребята, все сейчас увидите. Сейчас Жека там достроит и приступим к троллингу. Надеюсь, то, что в этот раз он будет таким же крутым, как и обычно. Ну что, Евгений? Ну что ты меня пугаешь? Евгений, да, привет. Какая Евгения? Так, дед Пердун, собственно, здравствуй, дед Пердун. Давай, Жека, я построил для вас троллинг. Собственно, вначале вы должны очистить свой инвентарь, чтобы у вас не было никаких свечек за спиной. Свечек у меня как бы ничего нету. У тебя свечка в жопе. У меня ничего нету. У тебя карточек никаких нету, Эдисон? Нету, можешь потом проверить. Ничего нету. Ну хорошо, геймод 2, включай геймод 2, не геймод 0. Я включил. Геймод 2. Спасибо. Спасибо, большое. Геймод 2, включай, включай. Спасибо. Да я включил только что, дебил. Да? Ну ладно, все. Эдисон, знаешь, Ладно, включу, давай. Молодец. Я раскрою твою маленькую тайну. Эдисон у нас в прошлом, если вы не знали, был стриптизером. Да, он работал именно стриптизером, так что сегодня ты вспомнишь свою молодость, Эдисон. Ну ладно, давай, мне интересно. А вы думали, почему он так хорошо танцует клипе? Да. Собственно, твое место, где ты будешь устраиваться на работу. Стриптиз-клуб, а почему не хочу у Ибрагима работать? До свидания. Не, ты будешь работать именно у Ибрагима. Собственно, Эдисон, для этого тебе потребуется некая униформа. Я не знаю, какую тебе юбочку лучше дать. Ну, я не знаю, в принципе, любую, я тебе дам все. Надеваю любую. Я не знаю, какая мне больше нравится. Я вот так. Чтобы все было одинаково. Слушай, еще туфельки еще, возьми туфельки? Обязательно. Туфельки? Ладно. Да, туфельки. Ой, какой я модный. Вот, Эдисон у нас теперь красивая стриптизерша. Собственно, Эдисон, заходи.
Ибрагим, директор, да? Да, Ибрагим у нас директор данного заведения. И знаешь, чтобы устроиться на работу, нужно внести некий взнос, чтобы... Какой взнос? Ну вот, посмотри, нажми на него, нажми на него, нажми на него. Он с тобой-то еще разговаривает. Да, 32, ага, ну понятно, да. Вот, Эдисон, для этого тебе придется исполнить демонстрационный, так сказать, танец. Собственно, Эдисон, для того, чтобы заработать свои 32 бакса, ты должен встать вот возле этого шеста и станцевать на какую-нибудь песенку, какой-нибудь танец. Ты можешь, в принципе, станцевать еще и в реальной жизни, а потом у тебя на видео посмотрю, мои подписчики посмотрят. Можешь, собственно, начинать, давай! Эдисон, танцуй! Эдисон, танцуй! Сейчас, жопой пожили. Оп, оп! Жопой! Собственно, ладно, в принципе, этого достаточно будет для начала. Можешь забирать. Дайте бабло. А что ты мне в труселя не засовывай? А ну давай в труселя мне засовывай. Что-то просто мне на голову их покидал. Давай засовывай. Ты сращение, смотри, ты дела. Ладно. Купил, дальше. Собственно, вот ты купил карточку, ты молодец. И знаешь что, Эдисон? Собственно, ты находишься не в реальной жизни, как вот в своем стриптиз-клубе в реальной жизни, да? Ну. Ты находишься в Майнкрафте, поэтому заходи. А при чем тут это? Что-то я не понял. Ну заходи. Жека, я не хочу туда заходить. Можно еще раз не танцую? Нет, Эдисон, заходи. Это не твое рабочее место, твое рабочее место за этой дверью. Конечно, понимаешь, тебе нравится танцевать, но давай, заходи. Так как мы находимся в Майнкрафте, стриптизером ты будешь работать на шахте, потому что все майнкрафтеры шахтеры, и ты должен их, Эдисон, развлекать, понял? Ну. Вот, заходи и потанцуй для вот этих вот шахтеров. Чего они меня бьют? Не хочу. Ой, шахтеры богатые! Слушай, они какие-то недружелюбные. Да, они какие-то не очень хорошие. Ты попробуй дальше пробежать, мне кажется, там будут нормальные шахтеры. Попробуй. Ой, кажется, ничего нету, Эдисон, ты не должен был ты так делать. Смысл? В общем, Эдисон, знаешь, оказывается, шахтеры не особо любят стриптизеров, и они... В смысле, Жека, я прошел, я хочу туда обратно, а? Пусти меня, я тебя спрятался там, что ты делаешь? Эдисон, понимаешь, шахтеры не особо любят стриптизеров, поэтому они тебя посадили в тюрьму. Они тут теперь на тобой будут издеваться, и тебе нужно как-то из него выбраться. Как ты так быстро догадался, что нужно делать? Что такое? Ну, как бы тут заметно, ой. Ой, слушай, Эдисон, слушай. Нет! Это себя! Вы вообще играете по правилам! В смысле? Мы сами, ребята, все видели, все по правилам было. Ой, ладно, все, Эдисон неправильно проходит мою карту. В смысле неправильно? Эдисон, ты вряд ли сможешь убить, тебе надо просто бежать. Ты должен сбежать с шахты теперь, должен сбежать. Поталка, да, толкайте меня, давай. Ой. Слушай, Эдисон, ну ладно, в принципе, ты... плохо поработал. Ой, Жека опять падает, ты пехни. Да, твою так, мать. Так, поставь спаунпоинт здесь. Вот, ну, собственно, выбирайся еще раз, выбирайся, тебя снова посадили в тюрьму. Не получилось тебя сбежать? Не получилось тебя... Ой, опять не получилось сбежать! Ой, Эдисон! Ладно. Тут же написано, нет входа для тупых, нет выхода для тебя. Ну, давай, Эдисон, ты должен сбежать. В смысле? Тут же дырочка была, я мог бы вот так проскочить. Не-не-не, не так все просто. Ах, ты ж ковнюк, это был меня. Беги, Эдисон, беги! Ой, Эдисон, ты опять посадил в тюрьму. Да, это вообще реально как бы... Опять посадил в тюрьму. Эдисон, проходи, беги, с трактором. Беги! Да ты пошел ты в за... Жека, я там смотрю, там вообще нереально, там весь пол заполнен вот этим. А может тебе не туда надо бежать? Беги, Эдисон, беги! Ага, вот оно что тут есть! Да, все, да. Уйдите отсюда, Жека, закрой там проход, закрой! Беги быстрее, беги, ты должен бежать! Ты же сбегаешь из шахты, давай! Дай уйти, блин! Можете его скинуть? Ну, может, получится, конечно. Ладно, тут молодец. Да, они меня и так бьют. Ой-ой-ой. А, так я вообще не смогу как бы перепрыгнуть. Ну ты зачем ты их скинул? Чтобы от них быстрее убегать? Уйдите, паскуды. Ну ладно, так уж быть их это... Давай. Куда ниже? Нельзя там ниже. Не, я что-то не умираю. Да, ну, значит, Жека зафейлился, да? Я не могу пройти дальше. Ну да ты можешь. Давай, ты должен убежать с шахты. Давай, беги. Так, спаунпоинт. Спасибо. Ой, спасибо, так. Не, слушай, реально, ты тут поломал немножко карту, не палатки технически, поэтому я их уберу все-таки. Давай, беги. Куда же дальше-то?
даже тебе надо дальше. Ой, походу не сюда, походу не сюда. Мне кажется, не туда, да. Видимо, на этот алмазный блок нужно, да? Нет. Нет? Ладно. Я туда не смогу, да. Опа! Что-то все-таки там есть, да? В смысле? А что ты меня убил? А, ты умер? Да, вот, умер. А, ты просто давить упал. Так, да, я не хочу. А, там, да, лава наверху пошел, ты не хочу, чтобы на меня лава еще. Не, жалко, не. Ну, можешь, в принципе, тут оставаться до конца своей жизни, ты должен убежать с шахты, должен сбежать из шахты. Так, слушай, если у тебя теперь есть выбор, ты можешь, в принципе, взорвать шахту, а можешь просто из нее выбраться. Ну, ты же не любишь шахту, ты должен ее взорвать, Эдис. Не хочу я шахтера взрывать, я лучше. Ой. Да, в принципе, я это сделаю за тебя. Вот. И. Молодец, в принципе, ты прочел мою карту, молодец. А ты не думаешь, что сейчас моя вся карта взорвется, потому что ты там заминировал? Нет, все, я только шахту взорвал. Дебил, построил там шахту. У меня на карте, ладно. Ладно, иди сюда, паскуда. Иди, давай, подойди. Да, я уже готов. Что, мне геймод 2 включать? Да, геймод 2. Жека, я помню, подожди. Я помню, что тебе в предыдущей серии очень понравился мой троллинг, и мне понравилась твоя бомба. Жекина бомбежка. Ребята, лайк, кому понравилась Жекина бомбежка, поэтому Жека. Давай. Понимаете, я снимаю ролики в 2 часа ночи. В 2 часа ночи по своему времени. Я хочу спать, этот дебил. Я прохожу его карту полчаса. Ой. Давай куда? Ой. Давай, Жека, ставь тут спампоинт. Давай, вот тут, поставь. Давай. Я никогда это не давай. Мне... В смысле? Мне нравится, как Жека бомбит, поэтому давай, думай. Ой. Кто-то не может прыгнуть, тут жопа слишком тяжелая, чтобы допрыгнуть. В смысле, да? А что, нельзя, что тут... Да как? В смысле, Жека? Это начало карты, даже не можешь пройти ее. Да можно перепрыгнуть, я пробовал. О, молодец. Может тут что-то открывается, не знаю, я тебе подсказочку дам. Ой! Да ну нахрен! Что тут открывается, Жека? А ну, да, может. А может тебе нужно просто на вот этот люк допрыгнуть, дебил? Как допрыгнуть до этого люка? В смысле, может его открыть и допрыгнуть? В смысле, я не допрыгну до туда? Ой, куда я иду? В полете допрыгну. В полете открыть его хотя бы. Да его открыл и закрыл. Нет, ну блин, я же его... Давай. Ой, давай. Ой, молодец, да, отлично. Да ёкарный бабай. Я тут не троллинг прохожу, а какой-то паркур-карту, с бомбежкой паркур-карту. Давай, Жека, смысле, давай. Я не допрыгну оттуда, ты гонишь? А, ну значит, может, какой-то другой проход, если я не знаю. Да ты издеваешься, что ли? Может, что-то есть, может, что-то открывается, может, рядом, я не знаю. Да, конечно. Вот, допустим, вот тут где-то. Привет, Жека. Как я должен до этого был тогда? Скажите мне кто-нибудь. Ой. Давай, Жека, давай. Давай, вперед, Жека, вперед! Ой-ой-ой! Мать! Ой-ой-ой, кто-то начинает бомбить уже, давай! Ой! Жека, выдохни, не нервничай, давай, Жека, давай! Ой, молодец! Отдай кнопку ТПШ туда, куда надо! Да иди ты нахрен, Эдисон, все, я сейчас все сломаю! Жека, давай, отдай кнопочку ТПШ куда? Ладно, это будет слишком долгий троллинг, поэтому я тебя сразу ТПХну, вот эта кнопочка. Да, ну ладно, спасибо. Ага, а то бы ты очень еще долго проходил. Ой, где? Ой, я на паркуре. Да, главное не упади. Так. И как понять, какой из них нужный? В смысле, тут как бы блоки, смотри. Вот. Зачем ты назад будешь возвращаться? А, это назад. Так, Жека, тут начинается самая сложная часть. О, ты сейчас начинаешь самое сложное, да? Это еще были цветочки, Жека, молодец. Да. Так, теперь, видимо, сюда. Ага. Теперь сюда. Иди в жопу, Эдисон, пожалуйста, ты пьёшь за меня туда! Я не хочу заново тут заходить, пожалуйста, Эдисон! Ой, я тебе обещаю, Жека, вот этот уровень ты сегодня еще очень много раз проходить будешь, поэтому давай. Что, заново все? Ну ладно, так уж и быть, я тебя ТП, пожалеем, да, Жеку? Давай, вперед, Жек. Я тебе обещаю, ты еще сегодня его будешь проходить, поэтому давай. Хотя, почему обещаю, если ты попадешься на ловушку, то будешь, если нет, то нет. О, нифига себе. А что там за рычаг? Ну ладно, не буду пока даже... Да, ты иди ты в жопу.
Ой, о, Жека, курочка, курочка. А, давай, Жека, тебе нужно добраться до верх. Давай. В принципе, да, ничего сложного, да. Ничего сложного. А, да. Ой, понятно. Ничего сложного, да. Ой. Курица, паркаем ой, вместе. Ой. А что, не работает? Да, работает, ты же как-то сейчас залез первый раз. Может, ну, как-то тогда... вот непонятно. Да, непонятно. Просто надо технику его как-то обнаружить. Что-то я не понимаю, как это вообще работает. Ой, кто не может, да? Ой, кто не может, давай. Да хватит меня встрять за меня. Давай, так. Ой, молодец. Понял, как работает? Нет, не понял. Давай. Да. Я пытаюсь понять, каким, на что нажимаешь, чтобы это и не работало. Нужно, я тебе дам подсказочку, нужно по сторонам, то есть влево-вправо в воздухе, тебе будет так подкидывать. Я так, в принципе, залетал, и у меня работало, вот видишь? Чё? Давай, Жека. О, плюс! Получилось! О, молодец. Ага, прикольно. Так, а куда мне нужно идти? Не знаю. Может, тут где-то проход секретный есть. Опять! Тебе сидите, его найти. Я эти вентиляторы уже ненавижу. Давай, Жек. Вперед! Давай поддержим Жеку, чтобы он не бомбил. Давай. Давай, Жек. А, курочка. Ой. Да! Да как ты заколебал. Ну, поставь себе спанпоинт вот тут, допустим. Да, я как бы не умираю, я просто падаю. Ладно, допустим. А, помогите, хочу куда-нибудь. Давай, вот сюда. Хорошо. Ой, подожди, спавн поинт. Не-не-не-не-не-не, а чё ты 4 утра? Ладно, давай. Так. Да, где тут есть секретный проход? Да пошёл ты в жопу! Ну убей себя, да, убей себя. Давай, Жека, давай. Я справлюсь, эти курицы там... Жека, у тебя есть подсказочка? Что выделяется вот тут в этой комнате? Что тут прям... Ой, факел. А, выделяется? Вот этот факел. Какой факел? Вот этот. Это свечка. В смысле, это свечка-то? Ну, значит, возле нее что-то есть. Или слева, или справа. Значит, справа. Я ненавижу троллинг Эдисона. Давай, не бомби. Ой, давай, значит, справа. Так, справа. Да! Вау, молодец! Так, Жека, сейчас твое любимое испытание. Да, твою мать. Давай, догадайся. Только не нажимай на плиты, только не нажимай. Тебе будет плохо, если ты с первого раза не пройдешь. В принципе... Ты сразу, да, догадался? Да твою мать, ну ладно, давай. Ну, в смысле, ты сейчас меня троллишь, сейчас я умру. В смысле, как ты умрёшь? Ой! Что? Жека, ты твою мать, ты понимаешь, что во всей этой... Я даже не могу тебе ничего сказать, понимаешь? Во всей этой комнате была одна нажимная плита, которая ты пэшит тебя обратно, и ты нахрен наступил на неё. Что? Диби. Ладно, пытайся еще раз. Одна нажимная плита. Да что? Одна нажимная плита со всей комнаты, которая тпшит тебя обратно. Это вранье. Другие нажимные плиты просто тпшат вот тебя вот сюда, вот на эту фигню. Ну я правильно же иду по этой штуке, да? Я откуда знаю. Да! Застрял еще. Давай. Я говорю, Жека, давай. Да я вообще туда начал прыгать. Ты справишься, мы все верим в тебя, Жека, давай. Да, я все забыл, как проходить. Так, ладно. Поставь спанпоинт вот тут, давай. Ага. Давай, это предпоследнее задание. Только все, больше не используй никакие спанпоинты, вот если зафейлился. Да твою мать!
Я не понимаю, а что... Ты просто нажимаешь случайно задницей своей тяжёлой. Так. Вот сейчас меня ТПшнет, я прям уверен. Не-не-не, Жека, все заново, давай, все заново. Не, все заново точно проходить не буду. Давай, давай. Да ты тупые курицы, да ты заколебал, Эдисон. Да хватит. Да проходи заново, давай. Все по правилам, Жека, давай. Не буду ничего заново. Давай, давай заново проходить. Как нет, да. Это правило карты. Да не давай. Буду я заново проходить в жопу. Почему не будешь? Ты уже знаешь, что как проходится, поэтому давай быстро. Да, офигенно знаю, блин, я даже не знаю, как кнопка. Нет, узнал. Чё? Нет, всё, иди в жопу, я не буду заново это проходить, всё, иди в жопу. Ладно, ладно, проходи. Ты там проходи, я пойду попрощаюсь с подписчиками. Ребята, большое спасибо за просмотр. Там выхода нету, можешь там проходить сколько тебе. Ой, да иди ты в жопу! Я чё, просто так это всё проходил? Ой, бляха-муха! Всё, ты можешь идти-то проходить, чем Жека, там можешь идти. Говорит, не делай мне нереальные испытания. Сам мне сделал непроходимое испытание. Ну это же троллинг, как бы. Иди ты нахрен, всё. Сейчас взорву твою карту. Ребята, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если хотите продолжение. Большое спасибо. Всем удачи и всем пока. Да, пока. Не успел взорвать, не прыгал. Не успел, ты там ничего взорвать. Успел как-то. Да, 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 конечно. Зайди, посмотри. Да конченый ты дебил, ты реально взорвал мою. Придурок! О, ладно.